Хлебобулочные, кондитерские изделия, сыры, мед, соленья, а также молочная, мясная и рыбная продукция. Все это можно было продегустировать в рамках выставки приморских продуктов. Она прошла при поддержке администрации Приморского края под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Ранее глава региона подчеркнул, что в краевой госпрограмме развития сельского хозяйства необходимо предусматривать и реализацию продукции. Нам необходимо не только помогать крестьянам в полях, но и самое главное – помочь им реализовать свою продукцию по выгодной цене, обозначил глава Приморья. Количество выставочных павильонов огромно. Каждый производитель постарался на совесть, чтобы привлечь внимание посетителей. Особенно ярко среди тех, кто производит мясную продукцию, выглядела компания «Филимонов», которая представила почти весь свой ассортимент – колбасы, деликатесы, полуфабрикаты. У нас очень большой, широкий прайс. Мы представлены во всех группах товаров мясопереработки. Здесь вы можете видеть нашу новую линейку. Это сырокопченые колбасы. Здесь представлено 4 продукта. Помимо сырокопченой линейки колбас мы представили пастраму и карпаччо. По словам представителей, Филимонов использует мясо не только местных производителей, но и сырье, приобретенное у известных мировых компаний. Интерес со стороны посетителей выставки был огромен, что в свою очередь служит гарантией качества продукции. Продукция всем очень нравится. Дегустировали все колбасу, отзывы положительные. Всем нравится наша продукция, и все сказали, что будем покупать. Признание потребителя – лучшая оценка продукции. Некоторые посетители прямо на ярмарке могли приобрести колбасы или такие новинки, как пастрама из мяса птицы, карпаччо из свинины и говядины. Мне очень понравилось, я даже уже купила одну. Вот, думаю, может быть, еще купить, потому что очень вкусно. Она из всех понравилась мне единственная. Колбаску, которую я попробовала, она не жирная, что тоже очень приятно. Без всяких там специфических запахов, не чувствуется никаких добавок искусственных. Очень вкусно. Лесозаводская компания «Филимонов» уже давно известна любителям колбас и сосисок. Производитель сделал себе имя благодаря высокому качеству своей продукции. А международная выставка «Даль агропродовольствия» продлится на площадке ДВФУ до 17 марта. В рамках деловой программы обсудят вопросы использования современных пищевых технологий, развития растениеводства в Приморье, использование дальневосточного гектара для сельхоздеятельности, поставок продовольствия для муниципальных нужд и другие. Напомним, президент Российской Федерации поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой уровень. И выставка «Даль агропродовольствия» – один из шагов в этом направлении. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.